Автор легендарного рок-хита «Молодые ветра», саундтреков культовым фильмам, российский рок-музыкант Иван Демьян и группа 7Б посвятили душевную песню под названием «Медбоги» всем врачам мира, которые спасают людей от коронавируса, ежедневно рискуют своей жизнью. Иван Демьян, как и большинство россиян, находится на самоизоляции, и в это время его вдохновил героический труд врачей. Отдельно музыкант обратился и к медицинским работникам Рязани. Всем врачам из Рязани, от меня лично, Иван Демьян и группы 7Б, огромное вам спасибо за неоценимый вклад в здоровье людей. Спасибо вам огромное за то, что вы на передовой, за то, что вы с нами. И мы вас верим, надеемся. И вместе у нас всех все получится. Спасибо, врачи Рязани, вам большое. Посвящаем вам песню «Медбоги». Песня была записана дистанционно и уже представлена слушателям.